знаю, к человеку. Я там его взял, да? Спаси, спаси. Спасу! Давай, давай. Держись, держись. Это то, чем мы занимались всю жизнь. Это то, что мы умеем делать. То, что мы умеем делать хорошо. Это то, что важно, это то, что спасает людям жизнь. И, в принципе, вы видите, сейчас проходят занятия по тактической медицине, да? То есть мы учим людей спасать себя и спасать своих товарищей. Что может быть гуманнее в этом вообще негуманном деле, таком как война? Ты разгони нормально. Норматив вот у телохранителей, они должны пробежать 200 метров с человеком на теле. О! И закинь его повыше на себя. Особенно очень тяжело работать с медиками, у которых... я сам как бы медик, я понимаю, что это такое. То есть, когда люди заточены под стандарты оказания помощи там, в условиях приемного отделения, в условиях скорой, машины скорой помощи, там, да, и когда идут бои, эти стандарты неприменимы, как в большинстве своем. Они приводят к лишним жертвам просто. А, помоги мне! Где балет?